Всем привет, бонжур, хеллоу. Мы, конечно же, в отпуске, но докладываем. Монреальские татары завершили посевную. И что? Конечно же, сабантуй. Праздник плуга. Встречаемся с близкими, с друзьями. И наши дети общаются. То есть, как бы традиция продолжается. Специальная тюбетейка, в ней стоит, когда я поднимаю, там играет татарская музыка. У меня стоит электронный прибор там внутри. Ну, это мы так веселимся. Веселиться – не работать. Праздник на каждом квадратном метре. Но начинался с традиционного татарского стола. Причем скатерть-самобранка только прибывала явствами. Беляш или парамач, бакбалаш и два вида плова у меня. Веганский и мясной. Настоящие татарские традиции, отсутствие алкоголя. И отсутствие свинины на столах. Это на нашем празднике. Мы стараемся не отходить от традиций наших дедов и прадедов. Кто у вас? Тана. Пока отцы соревновались в поднятии тяжестей, а девушки носили воду в коромыслах. Дети безнаказанно били горшки. 90% татары. Татары есть из Онтарио, из Монреаля, из Оттавы. Сами названия, возможно, одни и те же, но их проведение меняется в лучшую сторону. И люди, которые некоторое время отсутствовали, они это замечают, они приходят и с удовольствием, и возвращаются. И таким образом просто нарастает общество. Срезали подарки, раздавали конфеты и бились в национальной борьбе кряж. Но не за барана, главный приз – арбуз. Тюркские традиционные игры настолько массовые, что участников больше, чем зрителей, а бег в мешках просто прекрасен в рапиде. Не обошлось и без чертовщинки с ангриньонского леса и татарских сказок. А смысл этого персонажа в том, что он щекочет людей до смерти. То есть я скажу, могу вас сейчас защекотать прямо здесь. Но на лешем татарские сказки не закончились. Изначально хоккей произошел от татар, потому что когда французы в 12 году были в России, они увидели татар, которые играли, вернее, двух татар. Один из татаринов вот, потерял тюбетейку, и они бегали по льду и пытались ее поймать палками, там, дрались, это самое. Никак не могли это самое. Вот. Потом они спросили у татар, что они делают. Он говорит, ловят тюбетей. Вот. А они услышали только последнее, эй. Вот. Приехали в Канаду, сказали, да, вот такая игра есть, по льду надо бегать, драться за каким-то круглым предметом. Вот. И называется это хоккей. Вот. Это ты сам придумал, да? На этой позитивной ноте и закончить бы сказ о сабантуе, но тут вынесли кефир, и дети, не щадя лица, доставали ртом счастливый доллар. Зрелище как суровое, так и веселое. В общем, очень счастливы, что сабантуй прошел на ура. Причем такого еще не было, потому что он столько игр, столько вообще вот этих танцев, девочки все подготовились, ну просто дикий восторг.